Идем в гору. Здесь вот мох. Здесь я маслята собирала в тот раз. Их было видимо-невидимо. Ну, козляки, как мне говорят. Ну, я знаю. А, вон еще они под деревом сохранились. Ну-ка, это что? Так. О, на, это что, курочки? Курочки. Ого. Так вот это значит тоже курочки? Да, курочки. Собери-ка их. Вот это. Да. Хоть и мокренькие такие. А тут, смотри, маслята, что ли, старые. Но они, конечно, это... Сейчас я нож достану. Они, наверное, уже дохляки. Вот, смотрите, остатки былой роскоши. Маслятки. Хоть козляки, хоть что, у нас это называют маслята. Хотя мы знаем, как правильно зовут. Вот это хочу проверить. Это зеленушки, походу. Ну-ка. Ой. Ну, айда ко мне, они такие крепыши прямо. Вон тут собери. Да, вот зеленушечек соберем хотя бы. Это тоже типа рядовок. Такие, слушай, крепкие, хорошие, не червивые вообще. О, какие... Ой, я все обломала. Ну вот, возьмешь у меня. О, какие хорошие. Это я вот сюда дорвалась. Тебе говорила, ты помнишь? Так, прими. Хорошие, да? Такие же. О, сразу корзина наполнилась. Ну-ка, надо тут походить еще. И опять мухоморы перед. Еще зеленушки. Так. Они всегда такие в земле. О, так их еще тут. Слышишь, у меня их есть. Вот. А шла, не видела, а присела. Увидела. Множик неудобный, маленький. Так. У тебя тоже, да? Одна. Ну-ка. О, еще. О, какая меховая прямо. Голубоглазая. Мэри. А где она, с кем? А, вон там люди. Эти собаки, они не лают. Кто не знает, эти собаки, они не лают. Они как волки. А волки, они не лают никогда. Они только воют иногда. И побежала такая. Мне вот эти собаки просто очень нравятся. Я хочу вон в ту яму сходить, где я в тот раз много набрала. Вот, хочу эту низину проверить. Вот таких грибов полный лес. Это типа мокрух. Я вот чувствую сердцем, что они съедобные, и что-то не беру сегодня. Спущусь, хочу тут посмотреть. Мне кажется, что-то здесь должно быть. В тот раз здесь просто было миллиард. Вон остатки от маслят. Но они все уже нехорошие, наверное. Не знаю, сейчас мама пусть проверяет. Попадаются вот такие переростки. Но попадаются и вот такие гвоздики хорошие. Чистюльки. Очередной квадрик. Ну, тут их полно катается всяких. Катаются. Делать-то нечего. Так, ой, как мягко проваливаюсь прямо. Лисички парочка. Далеко видно их. О, у нас внутри уже корзина-то. Ой, какая хорошая курочка оказалась. А я-то шла вот в эту ложбину красивую. Ну, посмотри, может, тут еще, значит, есть. Хоть бы зеленушек еще. Мне вот это нравится. Впадина. Туда крутой склон такой. Это, может быть, этой камерой не видно. Такой склон и туда. Подъем такой. Согрелась я, наконец-то. Всего 6 градусов. Утром 5 было. Изо рта шел пар. Надо было мне меховые ботинки надеть.
У меня ноги мерзнут. Так, вот опять масленок, переросший уже. Вон два их даже. Все, что осталось. Две недели назад мы тут были. Сейчас проверим его. Вон еще. Это было потому, что гигантское маслячье место. Я пока их так букетиком, потом проверю все. Ой, место вообще шикарнейшее. Шикарнейшее место. Я тут минут на пять забурюсь. Так, о, какие хорошие, вообще не червивые. Не червивые. Так, еще. Вот здесь. У больших я не останавливаюсь, а вот у молоденьких, вот таких, останавливаюсь. Прохожу много переросших червивых вот таких. Но и попадаются еще вот такие. Все-таки две недели шла волна. Уже все. Последние остатки. О, зеленушки. Зеленушки. Айда. Как хорошо, что я до сих пор. Ну ладно. Так нас сразу вот эти пельмени. Смотрите, сколько их переросших-то здесь. Вот здесь все они, они. Под каждым там деревом. Вот здесь. Здесь переросшие. Здесь. А здесь вообще много переросших. Весь лес. Это мы пришли в такой массив маслячий, козлячий. Там все они. Мелко не буду даже нагибаться к ним. Тут они все. А ты что нашла? Синявка хорошая. Я ее далеко увидела. Вон какие. Сюда раньше ехать надо было. Вон переростки какие. Полный лес. Ага. Вот так вот. Что у тебя? Зеленушки? Ой, хорошо. Сейчас я тоже их тут буду высматривать. Это хорошая. А? Очень крепкая. Вот хорошо сегодня мы синявками-то тоже планчик сделали. Там кто опять едет? А, очередной квадрошмок. Дети катаются. Хорошая такая прям зеленушка. Ага. Да. Ой, зеленушка. Не зеленушка, а это. Рядовка, курочка. Курочка. Вон их сколько было, прямо в траншеи все в грибах. Я посмотри, что это. Да это поганка. Вот это? Это поганка. Не. Вот сколько было. Масликов. Козликов, масликов. Ушла их волна, закончилась. Их было очень много, даже людям не собрать было столько. Ага. Все прямо. Я в жизни столько не видала. А это мухомор. А это вот, видите, прямо все. Маслики, маслики. Маслики. Вот они, вот переросшие. Все, они, короче, здесь, туда, туда, везде полно их. Вот столько нынче было много их, что даже люди не собрали. Ладно, этот возьму. Он очень красивый, я его возьму. Засушу и порошок грибной сделаю из мухоморов, лечебный. На кончике ножа принимать. Очень-очень немножко только. Так, мама что-то меняет. Так, все. Наша левая дорога. А, вон по руке тут. Нарвались на отличное месторождение рядовок хороших. Курочек прямо идеальных. Таких вот. Их тут миллиард. Мы сейчас корзину доберем ими.
как раз хорошо, что они мне попались. Их прямо очень много здесь. Вот. Мне все пишут, то я вырываю, то я режу. Я когда удобно, я режу. Вот сейчас вот удобнее резать. Когда неудобно, я вырываю. Понимаете? У каждого гриба, вот опята их, конечно, резать надо там, чтобы лишнего мусора не принести. А вот такие вот белые, да что, их лучше вообще не трогать, чтобы они не зачервивали по дороге. Сорвать и все. В общем, сейчас вот эти вот все будем собирать. Это все хорошие съедобные грибы. Не зря я спустилась в ложбину-то. Здесь они тоже есть. Мама вон там наверху их собирает. А я вот здесь. Вот, идеальные. Не только-только вышли, хорошие прямо. Мы сразу набрали, у нас полная корзина получилась. Во. Еще дальше похожу. Может, еще найду. Так. Сыроежка возьмем. Ну. О. Их тут много. Маленькие всякие. Мама ушла далеко, так я в пакет пока собираю. Так. Потому что здесь их есть. Здесь вот еще такая одна. Маленькая. И сыроежка еще ее возьмем тоже. И еще вот это. Вот кто не знает, это отличные съедобные грибы осенние. Так. Отлично я нарвалась-то. Ой, ладно, буду просто так, что ли, кидать. Мама уже ушла, меня не ждет. Вот их тут вообще много. Что-то такое удивительно. Прям режу и режу. Так, еще видела. Вот она. В общем, буду собирать, выключу, а то очень медленно получается с камеры. Потом покажу готовые. Их тут очень много. Я просто хожу и режу. Режу, режу. Ну. Тоже тут попадаются прям все в раз. И зеленушки, и эти. Там под ногами зеленушки. В общем, на одном месте напала жил, нажил. У меня тут и зеленушки, вот. И маслята. Я уж просто и не снимаю, так включилась. Хожу тут, собираю. И все буквально на одном месте. Вот. Маленькие такие, видите? Видимо, у них пошла эта волна. Я как раз сюда и пришла. И вот я все на одном месте кручусь, кручусь. Ну, растоптала, наверное, уже много тоже. Фу, вон еще партия одна. Так. Так, вот, вот. Ух ты, прям под ногами не видела. Вот. Так. Их можно хоть что делать. Конечно, это вам не белые, но... А что? Не надо брезговать никакими грибами. Так, тут я уже срезала все. Была. Вот так вот тут режу. Так, какой-то мужик. Смотри, ого, нифига у него. Улов-то. Ого. Да, вот тут в одном месте.
О, кулечек. У вас что? О, сколько? А вы где собирали? Вот с этой стороны больше, да? Фигня. Фигня. Ну что, переросло все. С этой стороны это. Ну. У меня красные синявки полно. Нет, мы тоже берем синявки. Так синявки-то берем, но они красные. Да, мы всякие берем. Так. Да вот в одном месте тут попались. Вообще мало. Вообще. Так, и вот еще пациенты. Петушки. Ну, кто курочки, кто петушки. Сейчас это бабуся-то говорит, о, у вас петушков сколько. Ой, у нее тоже полно. Но она в другом месте зашла. О, какие, видите, чистюли. Мама все рвется идти. Я говорю, подожди, у меня... У нас уже полная корзина и полный куль. Так что я зря опять ревела. Всегда реву, а потом в результате получается нормально. Уже вот сюда собираю. Но еще есть ведро пустое, на запас брали. Так. О, какой корень был огромный. Ну, осмотримся, еще, может, найду. Вернулась в эту ложбину. Маме неохота уже. Тут сейчас такой дятел ходил, прямо огромный. Это желна, видимо. Но не до дятла. Когда грибы, мне вообще не до чего. Нет, вы понимаете, как мне везет. Я все режу и режу. Я просто уже ничего это не снимаю. Но вот очередной, ладно, момент включилась. Я все режу и режу эти петушки, курочки, рядовки, короче, по-нормальному они называются. И все их тут полно, короче говоря. У нас уже сумка, корзина. Мама не собирает. Мама там стоит. Ей это не интересно. Она там дятлов рассматривает всяких. Я тут ползаю. Короче, это бабка-то, это вообще может быть какая-нибудь кикимора. Вообще не доверяйте встречным в лесу никогда. Это может быть хоть что. А сведения она берет из вашей головы. То есть она может что-то сказать такое даже реальное, из реальной жизни, но то она из вашей головы все берет. Так, я вам туда еще схожу. Кто вот не ходит в лес, не заблуждался никогда, кого не водила, вот эта всякая нечисть не путала, тот посмеется. А кто хоть раз с этим сталкивался, тот скажет, да, это правда. Так, я еще хочу тут проверить в одном месте и все, и пойду дальше. Поэтому будьте всегда настороже. Если вам скажут, вот туда идите, там много грибов, никогда не ходите. Так, ну все, я выхожу. Пожалуй. Сказать-то я сказала, ухожу. Но хе-хе. Грибы-то еще есть. Их не видно, но они есть. Вот они, хрусткие, хорошие. Понимаете? Вот. Вот чего я тут и хотела. В этом закамском бору. Так, нам осталось немного. С километра полтора будет стоянка отдыха. И мы еще решили после того пойти еще в лес в один. Ну, посмотрим, пойдем, нет. Так. Ладно, эти красные мы не берем. Это чего такое? Ой, это что это за гриб? Вот сейчас маме покажу. Какой-то боровик, что ли? Дубовик, боровик. Я в бору-то мы бываем редко, поэтому нам эти грибы не очень так. Смотрите, сколько масликов переросших. Прямо по горизонту их видно. Вот они. Ну, козляки, хоть как зовите их. Вон там целые миллиарды их. В тот раз-то мы еле-еле вот отсюда приволокли. У меня была огромная майка, вот куль утрамбованный, ну, который... Бывают большие майки, такие очень большие. Вот, бывают обычные. Вот такая майка, рюкзак, сумка, ведро было. И, в общем, у мамы обе руки, он мужик какой-то ходит, парень. Вот. И мне кто-то написал, ой, это что, миллион, что ли? Ничего, это не миллион. Может, не миллион, но я уже больше нести не могла. Вот еще. Так, это... Еще.
Давай обратно черный куль мне. Я тогда здесь все проверю. Вон, смотри, вон их, я отсюда вижу даже. Что там? Ну, эти сирушки-то. И так что вот, в общем, написали мне, что ничего, это не миллион вы набрали, вы мало набрали. Вот люди так набрали, бы так набрали, а вы вот это, ну, это я считаю просто потравить кому-то хочется. На меня это не действует. Хоть травите меня, хоть что. Все, видно, да? Маслята переросшие. Сколько этих мухоморов. Прям я их уже даже и не снимаю, тут просто по пути. Так. Мухоморы. Красивые такие прямо вообще. Обалденные просто. Вот такая вот сыроежка, крепенькая, хорошенькая. Корзина уже битком полная. Я вот в пакет. У мамы еще сумка тоже. Вроде незаметно набрали. Это я всегда говорю, мало. А потом домой идешь, ой, тяжело. Ну, какие смешные грибы, да? Так, еще волнушка. Вот она какая. Их надо ножик доставать. Тут волнушки. Фигня какая-то. Это эти. Вон, как их. А мох такой красивый, ага. О, еще тут. Я вот пошла-то думала лисички. А это были не лисички. Зато тут эти вон. Петушки. Так. О, какие прикольные грибы. Смотри, вам видно? Смотрите, какие грибы прикольные. Красивенькие такие. Так, еще не уходи. Еще тут зеленушки. Смотрите, брусника. Ну, это одна. Я вот думаю, нарвать, может, у меня этой травы. Это же вот брусничный-то лист продают. Это то и есть ведь. Заваривают он полезный. Немножко. Штучек 10 так сорву. А там в самом брусничнике-то ягоды вон еще тоже есть. Маленько осталось. А может и было немного. Немножко так сорву брусничника чуть-чуть. В общем, напали опять на зеленушек. О, ничего себе, такой у нее стволик-то. Толстенький такой. Хоп! Такая хорошая. В общем, нарвали уже несколько штук. Я их не снимала. И сейчас думаю, ладно, засниму оставшиеся. Свежье прямо идет пласт зеленушечный. Вот, кто не знает, хорошие грибы зеленушки. Ну, наверное, все знают. Ну, кто не знает, вот. Еще? А, да, раньше курочки да петушки. Зеленые это курочки, а те это петушки. Вот так вот у нас звали в наших краях. Вот здешних. Видите, кого не встретим, все называют так. И маслята говорят, а не козляки. И мне вот когда пишут, что я ничего не понимаю, то я вам говорю, что у нас так называют. А как правильно, мы знаем. Но просто мы говорим так, как у нас называют. Сыроежки у нас зовут синявками. И бабка встретилась, она тоже сказала синявки. Вот. Причем бабка эта подозрительная. Вы заметили, она попалась именно там, где было море грибов. Не где-то, где не было. Наверное, какая-то нечисть была. О, какой опять мухоморчик стоит. Прикольный. А в тот раз, когда мы здесь были 2 недели назад, мы здесь даже не проходили вообще вот этим лесом. Он, видите, там большой тоже на ту сторону. Почему? Потому что у нас все битком было, и мы уже пошли домой. Сейчас мы идем здесь, и как раз сегодня грибов-то здесь много. Пахнет отлично. Такой осенний, приятный, хороший дух лесной. Так, там ну-ка, что за грибы? Тише, давай я. О, какая хорошая. Сейчас я ее. О, какая синявочка. Мокруха. Отличная, чистенькая.
напали на лисичек хороших. Немножко засниму, камера садится, не буду. Смотрите, прямо у лесной дороги, ну, такая лесная. Ой, начала показывать еще, нарвалась на лисичек. Сейчас, там нарвала уже много, да? Осталось сейчас снимать, показывать. И из-за камеры увидела, это еще вот такая вот. И у меня там еще целая куча. Так, это у меня, смотрите, положу сумку. Так, вот, сюда. А теперь смотрите, еще здесь сколько. Так. И незаметно, если бы я не полезла, я бы вообще их не увидела, и никто их не видел. Вот такая лиса. Дальше. Тут вообще целая куча, я даже не знаю, как мне ее от листьев освободить, чтобы не разломать. Снимаю на ручную, на Sony Handycam. Action села. Неохота никакой пауэрбанк доставать. Вот какая огромная, смотрите. Уже шли на выход и из леса, и вот такой вот, я люблю, когда в конце похода такие вот попадаются лесные подарочки, утешенницы такие. Ой, какие хорошие, замечательные. Сразу у меня получился полный кулек. Такие вот обалденные лисички здесь. А, еще они не все собрала-то. И все это происходило, смотрите, вот, у самой лесной дорожки. И хочу показать, сколько у нас рябины. Весь лес в рябине. Рябина, 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 рябина. Вот ее просто мать мущая нынче. И в следующий выходной, Бог даст, пойдем уже собирать. Сентябрь уже будет. Ну, найдем, где ее очень много, и сразу наберем побольше. Так, ну не знаю, попадутся еще грибы или нет, уже идем к выходу. Снимаю уже на Sony Handycam-ку. Та села, неохота уже ничего доставать. Всем спасибо, кто досмотрел, всем пока. Такой вот была суббота, 31 августа, последний день лета. Плюс 5, такая вот погода, но сейчас тихо, и я даже разогрелась. Всем удачи, всем пока. Ой, сколько рябины нынче. Полно. И проезжаешь, когда вот на автобусе мы мимо леса ехали, когда сюда ехали, все рябины, рябины, рябины. И в нашем лесу тоже много. Хотели уже уходить, еще попался зонтик. Замечательный зонтик. Тут зонтичный лес-то. Может даже еще, но уже неохота лезть туда. Вон какой хороший зонтик. Ну все, всем спасибо, всем пока. Наш сегодняшний улов. Корзинка грибов. Так, вот такая большая получилась сковорода. Перебирать будем. И пакет майка. Зонтик там и всякие разные. Сверху мы все вот курочки собирали. Петушки, курочки. Ну, в общем, рядовки вот такие вот. Вот такой вот сегодня у нас улов. Очень хороший.